Приступили с понедельника, как только погода позволила, к монтажу новогоднего городка на улице Молотобойской. Это будет наш 4-й год, мы встречаем на этой улице Новый год. В этом году мы размещаем более 50 световых композиций. Будут новые световые композиции на входе с проспекта Ленина. Будет очень красивая композиция 2022. Я думаю, она станет востребованным уголком для каких-то фотографий семейных. Впервые будет размещен на улице Молотобойской детский каток, который, я тоже уверен, будет очень востребован. Ведем работы по монтажу светового потолка, уже установлена ель, 8 ледяных барельефов, ледяные скульптуры. И в этом году будет реализован тоже впервые уникальный проект с Алтайской резиденцией Деда Мороза. Будет размещен 20 декабря почтовый ящик для писем нашему алтайскому Деду Морозу. У всех ребятишек будет уникальная возможность написать письмо, значит, нашему Деду Морозу. Традиционно уже с компанией сибирско-генерирующей установим востребованный камин. Ну и дополнительно будут новые аттракционы компании СГК установлены на пешеходной улице. Ну, в целом, я думаю, жители должны по достоинству ценить новые оформления улицы Молотобойской.